Доброе утро, мои хорошие, мои дорогие, мои любимые телезрители. Я вам желаю отличного дня, хорошего настроения, где бы вы ни находились, и как хорошо, что вы смотрите данный выпуск рубрики интересных рецептов. Будем сегодня готовить бутерброды, будем их запекать в духовке. Я поставил противень на плитку, на конфорку, и немножечко его подогрел для того, чтобы смазать маслом сливочным было намного легче. Вот таким вот образом я смазываю противень. Далее я выкладываю на противень ломтики тостового хлеба и подготовлю наши ингредиенты. У меня будет соус сметана с томатной пастой. Смешиваем томатную пасту со сметаной, добавляем сюда черный перец, и соус готов. Этим соусом я смазываю ломтики хлеба. Готово. Убираю это в сторонку. Подготавливаю другие продукты. Сыр на крупной терке. Сыр твердый, двух видов. Один сулугуни, один пармезан. Теперь нарежем томаты тоненькими колечками. Раскладываем помидоры. Это у нас будет первый слой. Теперь будем выкладывать мясную составляющую. Кстати, компания Ratimir презентовала новую линейку эксклюзивных колбас. Ими мы, собственно, и дополним наш рецепт. Колбасы торговой марки Ratimir произведены из качественного местного сырья по классической рецептуре. Приморская, испанская, пепперони, салями оригинальная, ратимировская – это отличный выбор для вашей семьи. Приобретайте в сети супермаркетов в Самбере и других магазинах города. После того, как мы выложили колбасу, добавляем твердый сыр. Все это в духовку при температуре 180 градусов, минут так на 10-15. Пока наши бутерброды запекаются, возьму зелень и мелко ее нашинкую. Этим мы и украсим уже горячие готовые бутерброды. Вот такие бутерброды, кстати, похожи чем-то на пиццу, у нас сегодня с вами получились. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.